А вот другой гимн, гимн России, в скором времени, возможно, будет слушать свердловский боксер Егор Михонцев. И не где-нибудь, а в Лондоне спортсмен будет представлять Россию на Олимпийских играх. Это право Егор завоевал недавно на чемпионате мира по боксу, который завершился в Баку. Победитель стал бронзовым призером турнира, причем этот результат самого боксера не порадовал. Все ждут, придется... не такая, конечно, как хотелось бы, но имеем то, что имеем. Изначально Егор рассчитывал на золото, так как однажды уже завоевывал чемпионский титул. Однако в этот раз, в полуфинале чемпионата, наш спортсмен уступил кубинцу Хулио Лакрузу со счетом 15-21 и занял лишь третье место. Тем не менее, медаль дает боксеру право поехать на Олимпиаду в Лондон. Кроме Егора Михонцева, на Олимпийских играх 2012 года за Россию будут выступать еще трое свердловчан, представители грибного слалома и настольного тенниса.